Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала Red Fury MMA. В этом выпуске мы подготовили для вас перевод с Даной Уайтом, где он определяет возможные поединки ближайшего будущего. А также вы услышите мнение главного тренера Забита Магомед Шарипова о его предстоящем поединке на UFC 235. Всем приятного просмотра! Сейчас или никогда, это возможные поединки, которые могут быть устроены. Хорошо. Джон Джонс и Кармье, сейчас или никогда? Да, сейчас. Да, я так думаю, потому что у Кармье сейчас осталось 3 поединка в его карьере. Понимаешь, о чем я? И один из этих поединков точно будет с Джоном Джонсом. Реванш Дела Шоу и Сихудо. Сейчас. Это хороший бой. Я думаю, что мы устроим этот поединок уже в легчайшем весе. За титул легчайшего веса. Так, хорошо, Макгрегор и Серрони. Да, мне нравится этот бой. Тем более, они оба вызывали друг друга. Во-первых, он только что обратно вошел в топовую десятку. Он настоящий воин, и у него был просто потрясающий бой. И Конор дрался с кем угодно, кого бы мы ему ни предложили. Если они оба хотят драться, то я только за. А что насчет поединка Диаза и Конора? Нет, это больше, чем никогда. Братья Диаз не хотят драться. Вот и все. Реванш Хабиба и Конора, сейчас или никогда? Да-да. Я не хочу говорить никогда, но и не сейчас. Что я хочу сделать, так это... У него будет отстранение. И вот что должно произойти потом. Хабиб против Тони Фергюсона. И Конор против Ковбой Серрони. И если они оба выиграют свои бои, то можно их свести. Дана Уайт или Оскар Де Ла Хойя? Послушай, Оскар меня вызвал. Он идиот. Если ты такой же придурок, как и он, то да, то ты должен драться. Я буду драться с Оскаром Де Ла Хойя. Это фантастика. Тренер Забита Магомед Шарипова, Марк Генри, поделился своим мнением о предстоящем поединке Забита на UFC 235. Что ты думаешь насчет поединка Джереми Стивенса и Забита, который должен подраться на UFC 235? Я восхищен. Я очень рад, что Забит наконец-таки получил парня, который является настоящим топом. Один из лучших. В полулегком весе. И не за какой-то маленький промежуток времени, а за долгое время. Ты знаешь, он всегда был в топе, потому что он настоящий чемпион. Так что это будет достаточно круто, что он получит такую возможность. Что Забит подерется с таким парнем такого калибра. Я очень рад, что он себя покажет. И также он очень близок к титулу. А на этом я прощаюсь с вами, ребята, до следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока!